на поле. Но пока давайте посмотрим, как здесь навешивал Снейдер и бил головой Джампаоло Пацини, зависнув на секунду в воздухе. Очень неплохой удар нанес. По-моему, рукой себе подыграл Пацини. Удар. Мяч оказывается в воротах. Мяч в воротах. Будет ли он засчитан? Судя по всему, да. 1-0. И будем смотреть повторы. Была ли там грудь или была там рука? Вот это вот очень даже любопытно будет узнать. Розати показывает, что однозначно была рука. Ну, еще бы он говорил что-то другое. Он лицо заинтересованное. Джампаоло Пацини вторую попытку реализовал. Давайте внимательно смотреть. Поближе бы чуть-чуть, если бы иметь возможность вот поближе рассмотреть. Ну, по-моему, нет. Вы знаете, по-моему, игры рукой не было. Мяч попал в плечо Пацини. Опустился вниз. И дальше уже нападающий пробил точно в правый от голкипера угол ворот. Ну, если угодно вам, мое мнение, что скорее по правилам здесь действовал Пацини, нежели был какой-то в его действиях криминал. Так что, наверное, арбитр прав.